На объектах железнодорожного транспорта Ленинского района города Бреста 24, 25 и 26 октября 2023 года проводятся мероприятия, специальные комплексные мероприятия «Пассажир» по профилактике происшествий, преступлений и правонарушений на объектах железнодорожного транспорта. Связано это с тем, что, к сожалению, количество преступлений в 2023 году возросло по сравнению с прошлым годом практически в 2,5 раза. Основное количество преступлений связано с совершением хищений. Это кражи имущества, оставленные гражданами без присмотра, мобильный телефон, в основном это кошельки с деньгами. Граждане оставляют, уходят на какое-то время, возвращаются, его нету, обращаются в милицию. И преступления связаны с тем, что граждане, находясь на объектах железнодорожного транспорта, в поездах, на вокзалах, пользуются интернетом, переходят по ссылкам незнакомым, переводят деньги незнакомым людям. Таким образом совершается хищение их финансовых средств. К сожалению, статистика правонарушений не радует. Число преступлений, совершенных на вокзале, возросло по сравнению с прошлым годом практически в 2,5 раза – с 7 до 18. Основные усилия правоохранителей направлены на пресечение любых нарушений общественного порядка, в том числе появление в общественных местах лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, фактов мелкого хулиганства, краж и так далее. В связи с этим хочется обратиться к гражданам и сказать: не спешите отдавать свои деньги незнакомым людям. Примите меры к их сохранности. Скажите уверенное «нет» мошенникам и попрошайкам. Также во время проведения осенних каникул сотрудники УВД усилят контроль за соблюдением мер безопасности детьми и подростками, находящимися без присмотра взрослых вблизи железнодорожных путей, на вокзалах, станциях и поездах. Железнодорожные пути являются объектами повышенной опасности. Находясь на них, вы подвергаете риску свою жизнь. Никогда не переходите через железнодорожные пути в необорудованных для этого местах. Не перебегайте перед проходящим поездом. Помните, что поезд сразу остановить нельзя. Также в рамках проводимых мероприятий на территории района проводится сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних профилактическая акция «Дети и безопасность». В рамках акции сотрудниками инспекции по делам несовершеннолетних во всех учреждениях образования района проводятся профилактические беседы на тему недопущения травмирования, а также совершения административных правонарушений. Также проводятся рейдовые мероприятия по пресечению травмирования детей на железнодорожных объектах. В случае выявления административных правонарушений дети, либо законные представители детей, которые не достигли возраста привлечения к ответственности, привлекаются к административной ответственности. Уважаемые родители, в преддверии осенних каникул убедительная просьба контролировать занятость своих несовершеннолетних детей для недопущения травмирования, а также совершения административных правонарушений. Если против вас или других пассажиров было совершено противоправное действие, необходимо немедленно заявить о происшествии в оперативно-дежурную службу милиции на вокзале либо наряду, сопровождающему поезд. В пути это можно сделать через проводника или внутрисалонную связь. Сообщение поступит начальнику поезда или машинисту, которые на ближайшей станции вызовут сотрудников милиции. Василина Пускевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, новости Бреста.